На мой взгляд, немного удивительно, но российские высокопоставленные лица действительно считают, что они воюют с нацистами и националистическими батальонами. Это какая-то сюрреальная история, которую они сами себе придумали. Таким образом, они оправдывают свои агрессивные террористические действия в Украине, и они до сих пор не понимают, что в этом вообще нет правды. В это не верят нигде, кроме России, которую они отключили от какой-либо информационной зоны. То есть от глобального информационного пространства они сами себя исключили, сами себя загнали в ловушку придуманной истории и сами с собой воюют. То есть убивают наших людей, а воюют со своими страхами, которые у них есть. Поэтому давайте откровенно. Мы с ними воюем за правду, за то, что мир совсем другой, за то, что русской правды не существует, за то, что никаких нацистов, кроме Российской Федерации, и которая использует действительно просто фантастические плохие технологии, нет. Поэтому Украина побеждает по всем фронтам. Украину поддерживает глобальный мир. Украину поддерживает цивилизация. И Украина самомобилизована.